проведению мероприятий по охране порядка будут привлекаться общественность. Основная работа проводится по трем направлениям – патрулирование улиц, учебных заведений с участием волонтеров, молодежи и работников частных организаций. Также совместно с неправительственными организациями будут затрагиваться вопросы бытового насилия, апробация, профилактика повторной преступности. Так уже с прошлого года профилактические мероприятия проводятся в районе железнодорожного вокзала. Только по итогам 4 месяца 2021 года преступность в этом районе снизилась на 60%. Выявлено свыше 350 административных правонарушений. Рейдовые мероприятия проводятся, как раньше, на ДНД по форме. Значит, общественные помощники совместно с сотрудниками полиции проходят обход территории, проводят. Значит, при обнаружении правонарушений сразу сообщают сотруднику полиции. Рейды проводятся еженедельно с 19:00 часов до 23 часов. Общественным помощникам выданы специальные жилеты опознавающие. Также 25 общественным помощникам, отличившимся, выданы грамоты и денежные поощрения. Наша самая главная цель нашей группы – это привлечь внимание подростков, молодежи к воспитанию. Мы видим, как люди в нетрезвом состоянии ходят по улице, и это как-то пугает, и хотим сделать мир лучше.